Есть у нас три гибрида, но опять же презентацию включили только один. Это Мисон ранний. Почему его оставили один? Самый достойный арбуз, который себя лучше всего показал. Очень вкусный, очень ароматный арбуз. Опять же, кожура у него тонкая. Тонкая, он не подходит для больших транспортировок. То есть для своего свежего рынка, да, если его везти там за 2000 километров, то, конечно, не самый лучший выбор. Очень мощная вегетативная масса, ну, так я вот был хозяйство юкагропереработка Одесская область. Как агроном Юрий сказал, дом как ковер, просто застелил полностью все, а арбуза не видно. Арбуз-то есть, и его достаточное количество, но он весь сохраняется под вегетативной массой за счет самого растения, мощной вегетативной массы. То есть один из ранних, самых ранних, в принципе, и вкусных арбузов, и именно гибрида. Есть у нас еще Биант, он будет раньше, но немножко меньше, он 7-9 килограмм по весу. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.